Газ в Заволжье ждут давно. О том, что принесет голубое топливо в этот район Чебоксар, нам рассказала руководитель Заволжского территориального управления Лариса Титова. Этот проект позволит газифицировать около 500 частных домов, 39 муниципальных домов, около 80 предприятий различных форм собственности, а также социально-культурные объекты – школу, детские сады, больницы, клуб «Заволжье». Базы и дома отдыха, а их в Заволжье в настоящее время 23, и планируется построить еще столько же, также заинтересованы в получении голубого топлива, так как эти базы функционируют в основном в летнее время. А с приходом газа будут представлять свои услуги желающим отдохнуть в любое время года. Начнет развиваться индивидуальное жилищное строительство. Но в перспективе это не менее 350 домов. И как следствие уменьшится отток населения из Заволжья. Появятся новые рабочие места, предприятия и организации учреждения, имеющие автономные котельные и использующие для отопления уголь или электроэнергию, дрова, перейдут на голубое топливо, что позволит значительно сократить расходы на отопление, а сэкономленные деньги потратить на развитие предприятия, ну или на увеличение заработной платы рабочим и служащим.